А как работаете, официально, нет? На фермер. Что? На фермер. Постоянно работаете? Понятно. Что за фирма, которая работает? Стройка незаконно ведется. По решению суда приостановленное строительство. Обязанность остановить стройку. Это же не важно, кто застройщик. А приостановить стройку. Определение суда же есть. Там объяснение пришло, что определение суда написано, что это точная обязанность, именно обязать. А строит они технопарк. Строит Мария Сервис. Но... А если тоже не строит Мария Сервис. А кто строит? Я не знаю, кто. А у кого в арендовали чисто на землю? Собственно, не понимаю. Вы же знаете? Нет, понятия не имею. Ну, выход. Частная собственность. Ага. Уважаемые руки. Можно этого человека попросить? Это пресса, я не могу помешать. Ну так давайте я тогда попрошу. А что, а что они могут здесь делать, если здесь только запрещено, вы же сами знаете? Обязали меня тогда. Я остановил тогда стройку. Ну правильно. Ну а что сейчас переживаете? К вам-то претензии нет. Просто заехал проверить. Ну, душа болит за объект. Больше всего забавляет то, что в судебном